Приветствую вас, уважаемые друзья-рыболовы! С вами проект Дайва ТВ, и я один из ее ведущих, Алексей Фадеев. Сезон 2021 для всех доночников нашей прекрасной страны только начался. И поэтому при первой возможности оказаться у открытого водоема каждый из нас умиляется от восторга и радости. И во многом еще только потому, что у нас есть возможность поймать своих первых, своих прекрасных лещей, плотву, карасей. У каждого из нас своя рыба. И сегодня ваш покорный слуга приехал на одну из своих самых любимых речек. Зовется она Москва-река. С целью рассказать вам о том, как ловить лещей, весенних лещей на Москва-реке. Ну или хотя бы подлещиков вот такой, как этот. Поэтому давайте попробуем сегодня вместе насладиться природой и вместе насладиться весной и насладиться фидерной рыбалкой. Я буду стараться давать вам ценные советы и ловить с вами вместе рыбу. Болейте за меня, друзья! Друзья мои, расскажу вначале о том, какую локацию я выбрал для рыбалки. Это место находится в Московской области, Раменский район, деревня Марково. На берегу расположен великолепный православный храм. И, собственно, все этот храм местные рыболовы знают, потому что здесь есть такая обширная глубоководная яма, в которой плавают лещи и судаки. Для информации, это рыбы-спутники, они всегда рядышком. Здесь лещ ловится круглый год. Но так как Москва-река не замерзает, особую радость это место приносит именно лещатникам. Весной, как только начинается паводок, как только начинает скидываться водичка, лещ смещается с ямы, активизируется и начинает клевать. Мы сейчас в самом начале паводка. Поэтому рыба еще только-только раскочегаривается, и я не обещаю, что сегодня сделаю вас счастливыми зрителями и покажу вам огромный улов. Но что-то мы поймаем точно. Для того, чтобы у нас было больше шансов, мы будем сегодня использовать два удилища и ловить с одной точки. И я расскажу вам обязательно о том, как нужно выбрать правильное место под водой и на что ориентироваться. Thank you.
Итак, о точке ловли под водой. Как ее правильно найти и что за основу взял сегодня я? По классике ловли лещей и подлещиков под водой нужно найти бровку. Так как ловлю я фактически в яме, яма здесь не абсолютно ровная, то есть она не как корыто. В ней есть тоже небольшие бровочки, свалы и столы. То есть за свалом ровная площадка. Закрепляя грузик на свою рабочую снасть, делаются забросы, и методом счета вычисляется по скорости падения грузика разница в глубине, а также, когда протаскиваешь этот груз, когда перебрасываешь бровку и свал, он просто упирается в нижнюю часть свала. Скорее всего, многие после просмотра этого видео захотят сюда приехать, и вам, наверное, интересно, на какой же дистанции ловит Алексей Фадеев. Сегодня эта отметка ровно в 39 метров. Там есть явная бровка, свал и ступенька. Очень важно не просто найти это место, а обеспечить себя тем, чтобы вы могли из-под этого свала, из-под этой бровки вытаскивать свою оснастку, то есть кормушку, и, естественно, потом рыбу. Потому что здесь иногда попадаются подлещики и в килограмм, и могут даже быть рыбы больше, это уже будут настоящие мордатые лещи. И они имеют способность заныривать под бровку, то есть в нижнюю точку свала. И вытащить их поэтому становится непросто. Поэтому важно, друзья, ловить не в нижней точке за свалом, а отступить хотя бы метра полтора дальше. И вот сегодня эта отметка ровно 39 метров. И имейте это в виду, если вы сюда приедете. Очень важный момент в весеннее время – это прикормка. Несмотря на то, что многие считают, что весной кормить особо не надо, это ошибка. Рыба на Москва-реке весной реально ищет пищу. В качестве прикормки я использую профессиональные отечественные корма, созданные как раз специально для ловли лещей и подлещиков. И один очень важный момент. Эти корма у меня имеют низкую калорийность, то есть в них практически нет углеводов, они имеют мелкий помол. Ну и, конечно же, они имеют темный цвет, потому что прикормка не должна контрастировать на донном грунте, который, вы понимаете, на большинстве водоемов имеет темный оттенок. Также будет не лишним для ловли по холодной воде на Москва-реке добавить некоторое количество живого компонента, коим является мелкий мотыль и опарыш. На эту сессию я взял с собой 150 граммов мелкого мотыля, и очень хорошо, что его можно легко купить практически в каждом магазине для аквариумных рыбок, и вообще в рыболовных магазинах мелкий мотыль продается. И также взял 150 граммов белого опарыша.
Этот объем я, в принципе, сразу же положил в свой корм, тщательно его размешал. И теперь на каждой кормушке у меня в точку ловли попадает порция корма и порция живого компонента. Все-таки рыба любит мяско. В моем сердце, друзья, уже сейчас есть смайлик, потому что удалось поймать нескольких подлещиков, но смайлик еще недостаточно утвердительный, потому что я хочу поймать леща. Поэтому, друзья, болейте за меня. Лещ, ребята, и это 100% лещик. Это очень приятное ощущение, когда ты, соскучившись по нормальной рыбе, имеешь возможность получить поклевку, особенно такой, и у тебя прям ощущение счастья. Я не знаю, что это за какие размеры, но мне кажется, очень даже приличные. Ой, приятно, приятно такую тащить. О, давай, 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 давай. Ура! Это кило, 100% кило. Ну что, друзья, рыбалка сказочная. Я поймал рыбу, которую хотел, и теперь на самом деле просто релаксирую, дышу весенним воздухом и наслаждаюсь вот этим ощущением того, что вот-вот начнется настоящий фидерный сезон, где, надеюсь, будет много интересного. Тут вот заработала пилорама на противоположном берегу. Кстати, немножечко из-за этого стих клев. И пока у меня есть свободная минутка, хочу рассказать об фидерных удилищах, которыми сегодня ловлю подлещиков и лещей. У меня сегодня две идентичные снасти. Это фидерные удилища из коллекции N-Zone, имеющие показатели в тесте 120 и длину 3 метра 90 сантиметров, по-английски это 13 футов. Катушки стоят последнего поколения, которые вот специально разрабатывались для фидерной ловли, Daiwa Tournament 4010QD. В такой комплектации удочка очень сбалансированная, очень легкая, ей в принципе комфортно работать. Вообще линейка бланков N-Zone Z вот, наделена такими свойствами. В них реально присутствует проработка и комфорт. То есть эти удочки точно создавались с умом для людей, ну, которые ценят эстетику фидерной ловли. Значит, на одной из удочек у меня стоит плетеный шнур. Ну, условия позволяют, не обмерзает. Соответственно, сегодня леска. Но на второй удочке у меня стоит монофильная леска
в диаметре 0,26, здесь шнур 0,13 мм. Значит, расскажу о своих оснастках. Они у меня тоже похожие, есть просто небольшие нюансики. Значит, первая оснастка – это Running Rig. Для ее создания я использую специальную фурнитуру из линейки Daiwa Endzone. Здесь фактически каждый элемент этого монтажа, он из готовой фурнитуры. Оснастка собирается за меньше, чем за минуту. То есть это специальная втулка с застежкой, отбойник и быстросъем. Значит, на другой снасти стоит тот же самый монтаж. Единственное, нет вот этой фидерной резинки, которая увеличивает параметры тестовой поводков. Почему здесь я использую фидерную резину, а на другой оснастке нет? Да потому что там стоит леска, и она просто тянется, а здесь основная плетенка, у нее повышенная жесткость. А зима все равно не позволяет работать с поводками слишком толстыми. Здесь у меня диаметр поводковых материалов всего 0,10 мм. Вот. Эта оснастка очень чувствительна к поклевке. То есть кормушка просто лежит, никуда не смещаясь, рыба тянет, по втулке проходит леска, и это движение крючка, который во рту рыбы, передается вершинку, и после этого уже осуществляется поклевка. Эта фурнитура не просто высокого качества, она еще очень продуманная. Она как лего собирает ваши монтажи и очень удобно хранится. И эти и втулки, и быстросъемы, и вертлюжки, их можно использовать много-много раз. До тех пор, пока, как говорится, потеряете или не оторвете. Вот. Дорогие мои, я считаю, что этот весенний прекрасный рыболовный день нужно подводить к концу. Я поймал своих прекрасных марковских подлещиков на снасти от Daiwa, а теперь покажу вам свой улов. Ну что, друзья, по меркам весны улов получился достойным. Есть рыбы за килограмм, и есть огромное счастье в душе, потому что именно этого я и хотел. Приезжайте в Марково, приезжайте наслаждаться подмосковной природой и отличными лещами с Москва-реки. Отпустим рыбу, а с вами увидимся в программах Daiwa TV на каких-то других водоемах нашей прекрасной страны. Увидимся!